Всем привет, ребятки, с вами Сексуальный Джофф и спонсор этого выпуска сайт WotKit. Хочешь выиграть кучу принтанков и гору золота всего лишь за 99 рублей? Заходи на сайт WotKit и испытай свою удачу. Призы в каждом сундуке, никаких пустых контейнеров. Ссылочка на сайт и мой промокод в описании. Всем привет, ребятки, с вами Джофф и сегодня у нас просто ломающие новости на тесте песочница. Сегодня все мы с вами будем угорать по фугасам. Да. Да, друзья, сегодня вас ждет очень-очень веселая штука, так что заранее готовьтесь к тому, что, ну, как бы вам сказать, вам не особо понравится то, что вы увидите. Итак, друзья, сегодня наш дорогой любимый картофанчик, вот, видимо, посмотрев на все нытье, которое вылилось несколько дней назад на форумы, на то, что КВ2 занерфили, бабаха уже не та, Тепить Хэви вообще никому не нужен, они решили перенастроить фугасы на этом закрытом тесте, изменения из которого после всех настроек пойдут и на основу. Понимаете, да, о чем я? Смотрите, что они сделали. Характеристики, которые тестировали с четверга до настоящего момента, это минимальный уровень эффективности осколочно-фугасных снарядов. Дальше мы продолжим поэтапную настройку в поисках их оптимальной эффективности и частоты применения в бою. С этим обновлением мы увеличим показатели разового урона всех фугасных снарядов на 75%. Короче, друзья, чтобы вы понимали, фугасы нереально круто апнули на тестовом сервере песочница. Вот, апнули его после того, как огромное количество игроков писало о том, что невозможно играть в эту игру. Я уйду и заберу всех своих хомячков, которые меня прокачивают еще дополнительные 10 аккаунтов. Понимаете, да? Поэтому мы с вами что делаем? Мы с вами включаем кондиционер. Все, друзья, хватит пиздеть. Поехали, короче, нагибать. Супер-пупер, заебательские фугасы у нас сегодня ждут. В общем, Т-49, правда, не прокачаны. Но кого это вообще волнует? Так, они проезжать будут или не будут? Я вот не понимаю. О, вот это, ребятки, я понимаю. Накрыл на 300, красиво. Тупо пробитие. Не, ну он меня тоже пробил. Ребята, это кайф. Ну то есть это не 900. Да, я понимаю. Но это стабильные 600 практически, по-моему, в любую поверхность. Не пробил на 600, сука! Вы понимаете, да, что это значит? Это значит, что Т-49 или бабаха, вместо того, чтобы наносить рандомный урон, ну, типа, иногда там 500, иногда 600, иногда 300, они будут всегда стабильно наносить 800 урона. Стабильно, блядь, стабильно в любую плоскость. О, здравствуйте. 400. Накрыл. Накрыл, ребятки, 400. Да бывает, в принципе. Спасибо большое. От души, братан. Ребята, надо в башню стрелять. То есть нельзя... Я понял, нельзя стрелять по экранам. Нужно в башню стрелять. Там, где самое бронированное. Вот это история, друзья. Вот это история! Здрасте! То есть вы понимаете, в чем прикол этой игры? Ты в бабаху даешь 600, ты в коня даешь 600. Тебе пофигу, ты как негр с 25 сантиметровым дилдаком. Тебе абсолютно плевать, кого трахать. Ты просто трахаешь. Смотрите, смотрите. Раньше фугасом в такую хуйню ты... Ой, извиняюсь. В пушку попал. Я попал в пушку и на 300. И на 300 в пушечке застряло. Вы понимаете? Господи, да это же шикарно. Это же гениально, я вам скажу. В маску на 500. А, нормально, 443, пацаны. Стабильный фугасный урон. Все хорошо, друзья, с игрой. Все отлично. И КДшечка, кстати, получше, чем у Type 5 Heavy. Ворвался! Ебать, какая охуенная игра. Ребят, каю... ребят, я, честно говоря, сотки даже кайфую больше, наверное... Ебать, красавчик. Ебать ты, красавчик. Вообще, тупо лучший. Тупо лучший. Профессионально. Профессионально.
Опа, бой начинается. А батя тут как тут! Друзья, извиняюсь за опоздание, просто я тут немножко впихивал, вот. Заметьте, я апгрейднулся, друзья, это новый мод, видите, новый мод в моей короне. Модификация, так сказать, вот, пришлось немножечко руки замарать, потому что не влазило. Да не писикак, господи, писикак. Так, это будет шикарно, это... О, ха-ха, хорошая игра. Суперконь, наверное, думает о том, что он сможет тут потанковать. Ну, желаю ему удачи, как говорится. Кидаешь в толпу и залетает 550 урона. Это нормально, друзья. Это World of Tanks. Ты слышишь, блин? Не смей критовать. Блять! Лучший танк в мире. Просто, блять. Тупо по 600 стабильно. Ребята, это... В смысле, это что? Маус, займись. У меня нет времени этой хуйней страдать. Броня... Ребят, как бы 3 выстрела, 1,5 ка, все хорошо. Все стабильно и прекрасно. Тебе и мне опасно. Суперконя в экраны 300, ну практически 400 урона. Так. Блин, ну вот сейчас, конечно, опасненько выезжает. Там слишком много танков и такое все как бы, ну. В маску на 400! Пью за здоровье дело баланса. Не попал, кстати говоря. Поспешил, да. 5-2-300 урона. Тупо кайфуша. А, хорошо, ребят. Вот это. А как из 4 у нас умирает? А, нормально. Подождите. А что произошло? Я попался... Ребят, перемотайте стрим. Как я попал 705-го? И убил... Блядь, да... Как я семерку... Блядь! Там сплэш вот такой, сука, шире, чем жопа Ким Кардашьян. Как? В... О! А я думаю, что труп двигается? Спасибо. С уважением, как говорится. Ёб твою мать, господи! Как я фигачу! Тихо, ша. А, 705-го надо сейчас убить будет. Ребят, в маску на 500. Вот как вам, друзья, как вам такая история в маску на 500? Ребят, как вам в маску на 500? Нравится? В ЛД на 400. Спасибо, Мотобор. С быстрым КД попробовать на фугасах. Много она в ДПМ потеряет или нет? Ведь выцеливать то не надо. Изи домашка по КД. Блин, ну вот... Опасно на бабаху. Боже, ребята, а как там? А, осколками? Ой. Но ты лох. Бля. А, семерка на 4-5-5 дала. Лошара, альфа не прошла. Но ты лох. Братан, ты лох по жизни. Держу в курсе. Нормально, 370 это ок. Ок, пирожок. А я спи... Так, 5к урона, друзья. Вы знаете, мне кажется, можно и больше набивать урона. На этом прекраснейшем. О, а вот это... О, не. Блядь. Так, Е100.
Из 4. А, из 4 ваншотный. Так, друзья, ну-ка погнали. Тупо 500 в хлебальник. На ББшках. 930 на ББ, а у меня еще 1800, а у тебя 1000. Смотри, братан, просто тупо тебя насилую под башню. На! Слушайте, ну маловато, кстати, маловато. 370 что-то вот маловато. На! 19. А, надо в планочку. Или, не, в моторный сейчас залетит просто адово. Смотрите, чуваки. Моторный залетает. 640, сука! 250. Мое уважение. Парень наконец-то научился спустя полгода. 6000 урона, чуваки. Это охуенно. Это просто охуенно. Так, 1 хп. Это, видимо, какой-то новый скилл. Оставаться с одним хп. Тут. Блин, ну куда ты уезжаешь? Ну я... Ни хрена себе. А, 7000 урона, 2к поставил на гусеницу. И в целом, друзья, мне кажется, это шикарный бой. Здоровье, дело баланса. Друзья, молодцы. Правильно. Кстати, друг, тут на днях вышел 9-й пакет Индия в рамках акции «Прямой эфир» от Твича и компании Wargaming. Всего лишь за минуту ты можешь получить уникальную девушку-командира, прем-танк 8-го уровня Carnarvon Action X, еще один прем 8-го уровня Т-26Е5, прем 7-го уровня King Tiger C и прем 5-го уровня PZ-3 AUSK. Смотри нашу инструкцию по получению этого пакета по ссылке в описании видео.